И всем привет, друзья! Вы на канале Кексович и с вами Руди. И в этом видео я бы хотела с вами обсудить и показать новинки в Roblox, а именно бесплатные вещи в наш инвентарь, которые скоро выйдут, и мы сможем с вами получить. Да-да, у меня есть хорошие новости. Давайте с вами обсудим эти ивенты, после небольшой рекламы все расскажу. Хочешь купить робоксы? Тогда переходи на сайт RobBuyGG. На этом сайте ты можешь купить робоксы по самому лучшему курсу. За 100 рублей ты получишь 205 робоксов. Такой курс ты не найдешь нигде. Сейчас я покажу, как купить робоксы. Вводим количество робоксов. Теперь вводим свой никнейм в роблоксе. И выбираем Place. Устанавливаем цену, которая указана на сайте. Теперь переходим в раздел Access и нажимаем тут на галочку. Указываем ту цену, которая была на сайте. Возвращаемся на сайт и переходим к оплате. Я оплатила робоксы, они были отправлены мне на аккаунт. В транзакциях в Roblox в разделе Pending Roblox появились мои купленные робоксы. Ссылка на сайт будет в описании. Ну что ж, друзья, погнали! Во-первых, я хочу поделиться хорошей новостью. Помните тот ивент Nars Color Quest, где мы с вами получили много очень крутых вещей, причем реально крутых. Да, и волосы там получали, да вообще там очень качественные вещи. И как вы помните, этот плейс закрыли. И все вещи, которые там можно было получить, уже, конечно, нельзя. Но Twitter Roblox нас сегодня порадовал отличной новостью. Это то, что этот ивент Nars Color Quest возвращается. Так что, ребят, нас ждут новые вещи. Сама карта еще не открыта, мы туда еще не можем войти. Но давайте посмотрим, что нам тут пишут. Посмотрите, какие вещи там будут. Еще неизвестно точно, какие платные, какие бесплатные. Но говорят, там уже есть много значков, бейджов, за которые дойдут именно бесплатные вещи. Так что, ребят, посмотрите, какие классные вещи. Я очень надеюсь, что мы их всех будем получать. Так что обязательно проверьте, чтобы вы были подписаны с колокольчиком, потому что я обязательно выпущу про этот ивент видео. Не, аксессуары очень классные. Пишите, какую бы вещь вы бы хотели получить из этого ивента бесплатно. Кстати, Nars обещает одну бесплатную лимитированную вещь. Это какая-то вот корона, так что количество неизвестно, пишут. Так что, ребятки, будем смотреть, следить. А еще, друзья, появилась новость о том, что скоро у нас будет ивент, где будет где-то 20 бесплатных предметов. Это просто какое-то безумие, это так много. Это ивент от компании Clark. Вы уже получали какие-то вещи, я помню, там голова льва, крылья были. И сейчас уже готовится новый ивент, где будут выпускать много очень классных вещей. Посмотрите, какие они крутые, ребят. Это просто что-то с чем-то. Эти вещи очень классные. Поэтому, конечно же, я тоже буду про них снимать. Вот эти крылья, ребят, я просто не могу поверить, что они будут бесплатные. Хоть бы это было так, это будет очень круто. Ну что ж, Roblox, давай уже радуй нас бесплатными вещами, потому что давно что-то их не было. Я все жду, а они все не выходят. Я думаю, что вы тоже ждете. Ну что ж, друзья, пишите, как вам эти новости. Ждете ли вы эти новые вещи, какие вам, кстати, больше всего понравились. Ну а также не забывайте поставить лайкос и подписаться, кто еще не подписан на наш канал. Будете в курсе всех бесплатных вещей. Ну а с вами была ваша Руди. Всем пока-пока!